Приехала в дилерский центр «Лада», потому что с Нивой беда. Во-первых, у нее вылез чек. Чек! И что мне делать теперь с этим чеком? К дилеру ехать, получается. Нет уж, миленькая, давай, вот ты машину пригнала уже, давай мне ее отдашь в рабочем состоянии, и тогда я буду спокойно. Давай ключ, что делать. На. И во-вторых, она плюется бензином. Ух ты, ёпты! Сейчас посмотрим, как нам помогут в дилерском центре. С баком проблема. Он изначально вылез, а сейчас чек появился еще. Так, загнали, сейчас будем диагностировать. Придется читка. Что? Цепь датчика сцепления и мобилайзер. Так, поясните чуть-чуть. Электропакет, сброс БУ. Так, окей, и что это? Вы сами не знаете.